Меньше часа необходимо хирургу клиники Доуме, чтобы надежно зафиксировать кость. После операции, проведенной по новой методике, пациент уже через 3-4 дня самостоятельно встает с кровати. А через 10 дней после хирургического вмешательства его можно выписывать. Стержень вводится внутриканально через микроразрез длиной около 2,5-3 сантиметров. В зависимости от телосложения пациента. Значит, заводится и через отдельные тоже микроразрезы и отдельные проколы вводятся специальные блокирующие винты, которые идут и через кость, и проходят внутри кости через сам стержень. Уверенно держится на ногах пациент. Месяц назад у него была сломана шейка бедра. Сейчас он передвигается самостоятельно. После операции 2 дня чуть-чуть боль почувствовал, потом уже после 10 дней вообще сам ходил, и теперь уже у меня вообще боль не чувствуется. Не чувствуется даже, что у меня протез. Современные операции можно проводить при всех переломах крупных костей, говорят хирурги. В клинике уже прошло несколько удачных операций. Я упала и сломала бедренную кость. Врачи клиники сразу сделали мне операцию. Это что-то невероятное. Я теперь могу ходить даже без костылей. Больным больше не придется лежать 3 месяца в больнице и еще около 8 ходить на костылях. Пока уникальное лечение проводят только в клинике Доумед.